1 ноября, находимся на Волге. О! Ловим в отвеску бершей. Всем привет! Вова тащит очередного берша, сегодня он по воре. Ловим на адмирал, посаживаем тюльку. Глубина 13-14 метров. О, бершик. Володя молодец. Вчера джиговали в островах. Ни хера не клюет. О, ну-ка открой пакет. О, бершики лежат. Тюлька мелкая. Крупнее, по идее, надо. Тухлая какая-то уже. Да, вчера оставили в багажнике. Уже такая. 0 градусов. Холодно очень. Нахер лучше дома сидеть, пироги есть. Лежать в теплой ванне. Смотреть, угу. Ну, мужики уже тоже все. Ну, уже все наловили, домой собираются. Мы еще барахтаемся. Ну, всегда отдых связан. Граничит опасность для жизни. Нахер мы вообще вот тут сидим с тобой, а? Болеем, больные, наверное, рыбалкой. Mm. Что делать? Течение хорошее, сегодня воскресенье. Вон по наклону лески видно, что загибает. Думаешь, есть? Нет. На люди, паузе. Сидите дома, холодно. Сопли текут, руки вчера опухли, кольца нельзя было снять с пальцев. Руки опухли. Все сырые, ветер. Где там вода, тот перш, ради которого мы сидим? Ладно, пожарим в этом сезоне. В этом первые сезоне жареные берши будут. Не ловили, да? Вообще да, ничего не ловит. Вот. Вот. А, нормально. Пузырь вылазит у него. Он. Перепады давления. Шире. Ладно, еще чуть-чуть половим по паре и нахер домой. Теплого супчика поесть.